Ты уже несколько часов это делаешь. Если бы ты видел, то понял почему. Если бы докабы... Продолжай говорить, хорошо? Так я отвлекаюсь. Расскажи о своей жизни до болезни. Дела у меня шли хорошо. Я торговал по всему Фартакскому побережью. Моя семья жила счастливо и комфортно. Затем пришел Таркат. Забрал жену, потом детей. По жестокой случайности я пока жив. Думаю, ему нравится медленно терзать мое тело. О, похмелье замучил. Кенши. Проклятие. Сильно болит. Ужасно. Ты спас меня. Я этого не забуду. Но ты можешь пожалеть об этом. Что ты? Какого? Когда мы свернули налево в ужасетике на выживание? Это настоящая лаборатория Шансуна. Мы находимся по той, что видели до этого. Она была обманкой. Мне это напоминает дешевый фильм, что снял я в молодости. Ямы плоть. Какое дерьмо. Кто это? Наш тюремщик. Как он? Ему вырвали глаза. Сам как думаешь? Это успокоит боль. Гнусно участвовать в подобном. Ты пленник Шансуна. Я его раб. У него моя семья. Он убьет их, если я слушаюсь. Почему он выбрал тебя? Чтобы узнать, как я меняю формы. Он научился этому у тебя? Мы видели его превращение. Я глазам не поверил. Так как это работает? Ты можешь превратиться в кого захочешь? Я могу принимать только эту форму и мою естественную. Ого! Ты затиранец. Твоя раса может менять формы? Только я. Они готовы? Пора. Что пора, колдун? Пора экспериментов по делению. Мы начнем с вивисекции. Из ваших органов я создам новых существ. Конечно, в процессе вы умрете. Лю Кан тебе этого не простит. Для этого он должен узнать, что что-то произошло. Но когда я закончу, от вас и следа не останется. Я скоро вернусь и проверю ход работ. Сейчас меня ждут другие дела. Тебе не обязательно этого делать. Либо вы, либо моя семья. Отведите их в камеры.
Нет ничего более мерзкого. Ты поторопился, Барака. Ты нежеланный образ моего будущего. Я не умру сегодня. Когда гибрид Шансун терзает плоть Балраки, он сознал, какой безграничный золотой из в голове этого безумного колдуна. Барак умер, сожалел о том, что их пути пересеклись. Хватит отвлекаться.
Мне конец. Наказание Шансон будет пытать мою семью. Ты заплатишь за их муки, Таркатан. Мы уходим. Тогда убей меня. Я тебя не убью. Это милосердие. Я правда его не заслуживаю. Ты защищал свою семью. Я поступил бы так же. Что здесь произошло? Сайзот, придурок, ты позволил им все испортить. Мы уходим, колдун, и забираем тебя с собой. Лю Кан хочет пообщаться. Меня так просто не схватить. Да, у меня плохое предчувствие. Я с вами прощаюсь. Возрадуйся, Сайзот. Ты воссоединишься со своей семьей. Они мертвы? Вы их убили? Много лун назад. Ненавижу недоработки. Нам нужно уходить. В чем дело? Наверное, дверь захлопнулась, когда пошел газ. Отойди. Со мной, сюда. Оставьте меня. Я только задержу вас. Что? Если Шансон найдет тебя, то убьет. Посмотри на меня, Кейдж, я бесполезен. Не рискуйте собой ради меня. Эй, не вздумай сдаваться.
Ты нужен клану Тайра, помнишь? Мы вернемся домой, придумаем, как тебе помочь, ясно? Ждать нельзя. Нас поймают. Нам нужна помощь, чтобы доставить Кенши до портала. Я могу довести вас только до городских ворот. Таркатана внутрь не пустят. Дальше вас провожу я. Это меньше, чем я могу отплатить вам. Боже, мне это напоминает жестокую планету. Во втором акте у нас был лес. Бой с Мантикорой? Да. Задолбались снимать, но получилось эпично. Я словно вижу эту сцену. Мы в живом лесу. Разве не все леса живые, Барака? В других лесах нет деревьев, в которых живут души мертвых. Эй, погоди-ка. Ты про призраков? Хороших, не злых. Вы тут кого-нибудь знаете? Далеких родственников. Здесь затиранцев нет. Почему? Теплокровные не любят нас. Поэтому мы держимся особняком и живем под землей в провинции Зикандур. Тогда как ты встретил Шан Цунга? Моя способность принимать человеческий облик сделала меня изгоем. Надо мной издевались, и я сбежал. Голодный, нищий, я присоединился к бродячему карнавалу. Выяснилось, многие готовы были заплатить, чтобы увидеть мой дар. Тогда Шан Цун был мелким торговцем. Мы пересеклись, и он увидел мои способности. Когда он начал учиться настоящему волшебству, то захотел изучить меня. Я отказался, но взял мою семью в заложники. Но от такого предложения не отказываются. Он опасен и что-то замышляет. Он, генерал Шао, Рейн, они стоят в заговоре. С какой целью? Точно не знаю. Я слышал лишь обрывки разговоров. Куан Чи снова шлет демонов. Стой, мы не... С каждым убитым демоном приближается мое очищение. Я без колебаний пролью твою кровь, я приближаюсь к свету. Остановись. Убив меня, ты не искупишь свои грехи. Надо сражаться до конца. Кем бы ты ни была, мы не демоны.
Если не демоны, то кто вы? Он затиранец, я эдениец. Или был, пока не заболел Таркатом. Жители внешнего мира? Прошу прощения. Я рада, что никого сильно не побило. Что это такое? Просто продолжай плыть. Итак, кто наша роковая женщина? Я Ашра, демон из преисподней. Демон? А выглядишь почти человеком. И что такое преисподняя? Монахи рассказывали об этом. Или ты спал на всех уроках? На этом точно. Преисподняя — это ад, но настоящий. О как. Я выгляжу почти как человек, потому что изгнала из своей души почти все зло. Когда я закончу, последние остатки демонической формы исчезнут. Почему демоны преследовали тебя? Их послал Куан Чи, мой бывший повелитель. Я была одной из его сестер тени. Он хотел, до сих пор хочет захватить царство. Я отреклась от него, когда понимал, что я не желаю помогать ему осквернять миры. И теперь он хочет тебя убить. Верно. Я следовал за Куан Чи с преисподней. Здесь он создает устройство, способное красть души у большого количества людей. Но сначала он хочет испытать их на мертвых, обитающих в лесу. Но зачем красть души, Ашра? Чтобы получить их силу. Я не знаю, ради какой цели. Мне лишь известно, что он помогает планам другого колдуна. Шан Цуна. Проклятье. Он везде, куда ни плюнь. Ты уверена, что Куан Чи здесь? Мой Крис чует его. Он рядом. Нет, нет, мы отведем тебя домой. Мы должны это сделать. Куан Чи может привести нас к Шан Цуну. Ваш Лю Кан прав. С исходящей от Шан Цуна угрозой надо разобраться. Я помогу тебе. И я. Все проголосовали за... Фильм продолжается. Ашра, веди. Куан Чи рядом. Крис улавливает все более сильное излучение его зла. Это могущественное оружие. И мой лучший союзник. Когда я уничтожаю найденное им зло, моя душа очищается. Я лечился от алкоголизма, так что... Только за, но с чего вдруг демонесса не хочет быть злой? Я провела целую вечность в проклятой преисподней. Я полагала, что жизнь везде такая. Но затем я увидел земное царство, увидел внешний мир, увидел, что жизнь может быть лучше, и что я должна добиться ее, должна очистить свою душу. Мое решение привело в ярость сестер демонов. Кия и Джатака первыми открыли на меня охоту. Куан Чи тоже демон? На самом деле он из внешнего мира, но он освоил темную магию, чтобы свободно приходить в мой мир. Не знаешь, как он закорешился с Шан Цуном? У них один покровитель. Она подняла их обоих со дна, обучила всему. Я никогда не встречала ее, но без сомнений она несравненная колдунья. Куан Чи рядом. Я готов принять ваши дары. Превосходно, Нитара. Твой тоже. Колдун, мы с Дариусом подумали... Не пытайся торговаться, Хавик.
Мы хотим точно знать, что ты нас не обманываешь. То, что он сделал для ватарианцев, Нетары, уже достаточно доказательства. Сарин права. Благодаря магии Куан-Чи, город моего мира больше не страдает от солнечного света. Мы наконец-то свободны от тени. Не волнуйся, ты получишь заклинания, которые свергнут правительство царства порядка. И когда мы их получим, Куан-Чи? После атаки на земное царство, которая может быть отменена, если как можно скорее не доказать действия похитителя душ. Ну, сюжет закручивается. Земное царство в опасности, всего один похититель душ может убить сотни тысяч. Если он выпустит целый залп, погибнут миллионы. Его нужно остановить. Я разберусь с Куан-Чи, вы четверо обезвредьте остальных. Эй, полегче, здоровяк. Это твоя остановка. Ты слышал ее? Миллионы могут умереть. Именно поэтому мы не хотим, чтобы ты нам мешал. Так, дай мне твой меч. Зачем? Просто дай. Что? Не могу. Ты спас мне жизнь. Он твой.